Наш директор Олег Владимирович Орещенко попросил меня подъехать в «Локомотив» и по возможности посмотреть, чем бы я могла помочь нашим девочкам в сборной Украины по синхронному плаванию в хореографии. Конечно, я когда приехала, это было, ну, я сидела, смотрела несколько дней и думала, что я могу для них сделать, потому что это перевернуть полностью хореографию балетную наоборот, и они еще в воде. И так как я не очень хорошо плаваю, для меня вообще это была очень большая проблема. Но когда я начала вникать во все это, часто посещать тренировки, то начали появляться какие-то идеи, и, конечно, много идей связаны с нашими классическими движениями, перевернутыми на воде. Я в первую очередь хотела, чтобы это не только был спорт, а чтобы это было еще и театр, чтобы люди смотрели и понимали, о чем девочки танцуют, чтобы это прям было как балетно-драматическое искусство на воде. И у них это удалось. Я помогала нашей сборной делать произвольную программу, называется «Ромео и Джульетта». Если вот вы слышали закадровый перевод, то диктор говорил, что у них целый спектакль на воде, они танцуют. Я очень надеюсь, что я им в этом, ну, помогла. Невероятно потрясающая работоспособность, хваткость. Что не скажешь, с одного раза они понимают. Я всегда говорила Светлане Борисовне, это нашему тренеру, нашей синхронной группы, как у вас это получается, как они это делают. Для меня до сих пор это загадка. Высочайший профессионализм, высочайший. Вот такое было впечатление, когда я с ними работала, что я только глазами поведу, они понимают, что я хочу сделать. Невероятно, невероятно. Работать очень легко, и они очень дружные, очень отзывчивые. И они даже мне во многих вещах помогали. Те, которые я, например, не знала, как у них названия, какие движения. Сейчас я уже почти профессионал. И мне кажется, что сколько бы, вот как балетмейстер, не работаешь на воде, всегда чему-то учишься. Всегда. Приходят какие-то новые идеи, мысли. Например, мы сегодня сделали одно, а на следующий день мы пришли посмотреть, что когда это проходит в общей программе, это не очень смотрится. Это надо переделывать. Ну, нет предела совершенству. Я с девочками работала 1,5 месяца, и мы сделали, получается, практически новую программу, которую они вот уже сейчас показали. Потому что до этого они выезжали с этой же музыкой, но с другой программой. Ну и, конечно, не без участия их потрясающего мастерства и их тренеров, которые их тренируют, ну, очень сильная и хорошая команда, сплоченная.